И они побежали прямо через дырку, где когда-то были ворота. Стой! Тебе уже не обязательно меня есть! Забыл! В твоем распоряжении все вот это! Да-да-да, просто у меня теперь столько энергии благодаря растительной диете. Не пробовал бег трусцой? Думаешь, поможет? Отчаянно на это надеюсь. Томми, это мистера Макгрегора! У нас теперь общий сад, видишь? Клянусь, это не для меня. Питер, так я и знал! Нет-нет! Оставь в покое мои помидоры, тут полно других овощей! Он такой наглый! Он и вправду немного избалован. И ты тоже так думаешь? Но... Они только и делают, что говорят мне, какой я плохой. Может, мне без них и лучше. О, да что ж такое? Эй, тебя зовут Кролик Питер? Ага. Я дружил с твоим отцом. Серьезно? Возьми персик. Маш отсюда прочь! Беги, сынок. Питер, что с тобой случилось? Я встретил старого папиного друга. С ним так весело. А это городской сад Макгрегоров. Что это за волшебное место? Это фермерский рынок. Звучит угрожающе. Я бы не предложил, если бы это было опасно. Клянусь. Ладно, поклясться не могу. Вы в деле или нет? Быстрее. Уходим. Нет! Им уже не поможешь. Ты должен остаться с нами. Моя семья в беде. И это я виноват. Я должен спасти их. Других кроликов поймали. А еще поросенка и ежика. И барсук с ними. Почему ты мне помогаешь? Отцовский долг. А все так хорошо начиналось. Кролик Питер 2. Пикси! О нет, нашла сладкое. Мы отлично справились. Я буду жить вечно! Говорила же!